Этого робота школьники Матвей, Родион и Петр конструировали в течение 3 месяцев. Вначале программировали, затем занимались ходовой. Занятия техническим творчеством ребятам, как они сами признаются, очень нравятся, и свои результаты они день ото дня стараются совершенствовать. Изначально мы когда собирали робота, у нас не очень хорошо получался. Он сначала ходил, ходил и упал. Да, и вот мы пытались сделать, чтобы ходовая была получше. Сегодня в лесной сказке техническим творчеством занимается более 650 человек от 6 до 18 лет. Занятия проходят как в самом центре, так и в других образовательных учреждениях округа. Ребята уже участвуют в различных конкурсах, в том числе областного уровня. В лесной сказке развивается порядка 20 направлений – авиа и судомоделирование, радиоэлектроника, робототехника, компьютерное дело, столярная мастерская и многое другое. В процессе используется много расходного материала. В этом году депутатом Мособлдумы Владимиром Шапкиным центру были выделены средства в размере 300 тысяч рублей по наказам избирателей для поддержки технического творчества. Ребята здесь занимаются техническим творчеством. Это вот особенность лесной сказки. Она требует больших затрат. Меня попросили оказать содействие. И вот сегодня реализован областной фонд депутатский для того, чтобы материально-техническую базу технического творчества пополнить. Очень много было закуплено раздаточного материала, который в том числе использовался и в соревнованиях. Для авиамоделирования это было закуплено, допустим, бальза, двигатели. Для судомоделирования тоже были закуплены двигатели. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.